Чемпионат мира по соке. Групповой этап позади. Сборная Молдавии сегодня обыграла португальцев 4-0 и вышла из группы с первой строчки. Как прошел матч в Германии и кого ждать в соперниках в 1/16? Подробности в сюжете. Все складывается для сборной Молдавии. А пока Адриан Лашко не дает закончить. И заканчивает все в этой атаке Марин Стан. 4-0. Так, игрок сборной Молдавии Марин Стан ставит точку в матче против Португалии. Это уже третий мяч молдавского футболиста на чемпионате мира в Германии. Матч в прямом эфире показал первый приднестровский. Мировую соку комментировал прямо из Эссена главный редактор ТВПМР Виктор Савченко. Команда прибавляет, пытается перестраиваться по ходу. Тренерский штаб, интересно, варьирует составом где-то пятерками, где-то по-другому совершенно меняется. Тактика по ходу игры меняется, все поиграли. Если брать в целом, на чемпионате мира запомнилась невероятная уже атмосфера. То, что здесь по-настоящему серьезные качественные команды собрались. То, что очень высокий уровень непосредственно футбола. Сборная Молдавии в составе играет и наш приднестровец. Игрок авангарда ТВПМР Виктор Носенко вышла из группы с первой строчки. Следующий соперник уже известен. Это действующий обладатель Кубка Европы, сборная Казахстана. На бумаге сильный соперник, и это вроде как звучит страшно. Но бояться ничего не нужно. Нужно выходить, играть в свой футбол, прыгнуть выше головы, потому что в плей-офф все будут играть более яростно, чем это было на групповом этапе. И я думаю, что бояться не нужно. Нужно выходить и обыгрывать казахов. Сборная Молдавии сыграет с Казахстаном в пятницу. Эту игру тоже покажет первый приднестровский в прямом эфире. Начало в 14:05.